редкие, необычные растения, представители далеких экзотических стран, могут выжить в здешних суровых условиях разве что под надежным покровом теплиц. Но откуда же тогда здесь коренные жители дальневосточной тайги? Амурский виноград, китайский лимонник, таежная груша? Уголок Уссурийской тайги в Марийском крае создал житель поселка Медведево Анатолий Степанович Булатов. Его увлечение имеет интересную историю. Родился я, вырос в лесу, любил лес. Пошел в лесной техникум, уже еще в школе учился, когда идея зародилась в лес идти. Потом кончил, вернее, когда учился в техникуме, Арсеньева читал. Заболел этой Уссурийской тайгой. Уехал в Уссурийскую тайгу. Ну, сама жизнь, она натолкнула, что ли, на это растение. Вот. Ну и в тайге познакомился с этими женьшеневодами, вернее, искателями женьшеня. Первые корешки женьшеня привез Анатолий Степанович в родные места из Уссурийской тайги. Женьшень – самое дорогое на свете растение. Это пришелец из прошлого, потомок флоры давно минувших геологических эпох. Оценится он за свои необычайно высокие лечебные свойства. В Советском Союзе женьшень растет в диком виде лишь на Дальнем Востоке. Естественных запасов его хватит ненадолго. Вот почему так важно перенести этого дикаря на грядку. Постараться получать устойчивые урожаи корня жизни в разных климатических зонах. Говорят, легче обучить взрослого тигра, чем вырастить корень женьшеня. Хотя женьшень выращивать в домашних условиях трудно, но вполне можно. Многие любители выращивания корня выращивают в огородах, в домашних условиях. Ну, мы пробуем его выращивать в промышленных условиях. Для этого создали небольшую плантацию. Возможности выращивания женьшеня в наших природных условиях есть. Об этом доказывают и многочисленные любители, которые занимаются выращиванием женьшеня, как любители в средней полосе России. Ну и мой опыт 67-го года. Да, многолетние исследования Булатова стали веским доводом для создания в Марийском крае первой промышленной плантации ценного растения. Распадок между двумя ручейками в лесной чаще засеян тысячами семян женьшеня. Они хорошо прижились, пошли в рост. За ходом эксперимента следят ученые, специалисты Министерства лесного хозяйства Автономной Республики. Под пологом Марийского леса на экспериментальном участке Анатолий Степанович испытывает различные способы возделывания женьшеня. Женьшень, самое главное, не любит к себе равнодушие, вот, непостоянство. Нужно любить это растение, вот, относиться как почти что живому существу. Только при любви к этому растению, при постоянной внимательности можно вырастить женьшень. Ну, я думаю, что люди, которые желают вырастить этот корень, обладают всеми этими качествами и обязательно добьются успеха. Пожелаем и мы, Анатолию Степановичу Булатову, человеку ищущему, увлеченному, успеха в его добром начинании –